Во время наступления сирийских войск на Араку, захваченную боевиками исламского государства, под контроль властей вернули десятки нефтяных вышек. При отступлении исламисты подорвали основную часть станции. Насосы планируется восстановить к концу июля. Кроме того, в ВВС Сирии уничтожили штаб-квартиру террористов ЕГЭ рядом с городом Замала, который находится на юго-востоке от Раки.